Начинается занятие малого мехмата, второе в этом году, которое проходит во втором гуманитарном корпусе университета. Начинается в 14 часов 45 минут. Значит, господа, во-первых, я всех поздравляю с тем, что проблемы с аудиторией у нас полностью закончились. К счастью, один раз администрацию университета хватило посмотреть на давку для того, чтобы выделили нам нормальное, действительно очень хорошее помещение. Вот даже лучше, чем было в прошлом году, хотя и в прошлом году было хорошо. Вот. Я призываю всех прекратить теперь беготню по кружкам. Призываю на нашей страничке к следующему разу будет написана программа занятий, там все будет спланировано, и мы можем теперь нормально работать. Всем хватает, место есть, чисто, светло, замечательно. В общем, действительно, вот если в прошлый раз я голос себе сорвал, то сегодня, что называется, спасибо университету и по-настоящему университету. Мы сегодня с вами разберем игру, которая называется «Ханойская башня». «Ханойская башня». И устроена эта игра следующим образом. Есть три стержня. Есть три стержня. На них лежат круги разного диаметра. Представьте себе, внизу лежит совсем большой, сверху чуть-чуть поменьше, сверху поменьше, еще поменьше. Разрешено за одну операцию с одного колышка передвинуть на другой колышек, но при этом никогда нельзя класть большой предмет на маленький. Карандаш самый маленький, линейка, тетрадка, книжка, листочек, сумка. Надеюсь, что сумка так пролежит все это время. Теперь вопрос. Где у меня будут три этих самых вот стержня? Да очень просто. Давайте договоримся, что первый стержень будет вот здесь, второй стержень будет вот здесь, а третий будет вот здесь. Договорились? Да. Отлично. И еще, давайте введем такое помещение. Нельзя класть сразу отсюда туда. То есть на соседний стержень можно, а через нельзя. Кто смены? Кто пойдет предмет передать? Пожалуйста. Берем карандаш. Да, быстрее. Ну подальше чуть-чуть, чтобы положил. Дальше. А линейку нельзя. Большой предмет нельзя класть под маленький. Дальше карандаш. Отлично. Линейку. Быстрее. Молодец. А в своем нельзя. Можно только по одному принять. Теперь линейку. Теперь карандаш обратно. Нет, линейку туда. Нельзя линейку с карандаша. Карандаш, знаю, на линейку.
еще... А давай еще дальше. Ну, вы сами сделали. Линейка теперь может двигаться. Ребята, обратите внимание. Нет. Дама лучше прям делает. Давай дальше. Карандаш теперь может двигаться. Ты как-то вот сегодня стараешься их разложить? Карандаш теперь! Да. Забывай о том, что они лежат стопочками. Кладешь карандашом сюда и кладешь. Да. Да, отлично. Молодец. Теперь карандаш побежал. Линейка. Да. Карандаш всегда аккуратно. Слушай, он уже вошел во вкус. Давай, давай. Отлично. Слушайте, а вы заметили, что он уже три предмета перетащил? Да, да. Карандаш, линейку, да-да-да, работай. Работай, да-да-да. Отлично. Слушайте, он уже квалификацию свою, да, набрал. Давай, бегай. Карандаш вперед. Если честно, у него каждый раз есть единственная возможность что-то делать. Единственная. Да. Все правильно, молодец. Нет, 4 предмета, но не до конца. Нам нужно их на край, а мы пока что только в середину. Работаем. Интересно, а кто-нибудь считает? Да. Сколько уже операций сделал? Боюсь, что никто не догадался. Нет, считай, работай, работай. Что надо сказать? Работать. Так, ребят, пока он там бегает, давайте я буду вести занятия. То есть, а именно, цель наша доказать, что всегда можно, собственно говоря, сделать. Более того, оказывается, что единственным способом. То есть, ему только кажется, что он там что-то придумывает. На самом деле, каждый... Не, вы зря меня показываете. Показывать надо вот туда. Я специально здесь встал, чтобы было хорошо видно школьника и меньше... Так вот, господа, оказывается, что есть очень забавное свойство. Например, мы найдем с вами форму для количества шагов. То есть, он там бегает, а мы сможем посчитать на самом деле, сколько он осуществил перекладку. Поднимите руку, кто-нибудь уже знает? Перевод. Нет, совсем не перевод. 50. Да, матка. Платит. Надо не полениться
и действительно это сделать. Вот просто взять какие-нибудь самые простые домашние предметы, или со школы, не важно, лишь бы ничего хрупкого не было, ничего дорогого не было, чтобы ничего не разбить. Вот, взять и действительно переложить. Господа, вот у нас 4 предмета было. Значит, давайте напишем, что это за предметы. Карандаш. Линейка. Тетрадь. И книга, ну, давайте напишем учебник, чтобы была какая-то. Хорошо. Сейчас это уже работа в тетради. Нужно листать таблицу. Единственное, я заранее знаю, сколько там будет операций, поэтому давайте так. Я все-таки хочу, чтобы мы написали для 3 предметов, потому что уж слишком много иначе будет мест. Объясняю, что от вас требуется. От вас требуется следующее. Карандаш переносится, осталось линейка, тетрадь, карандаш здесь. Дальше. Карандаш переносится, карандаш оказался здесь. Единственное, ребят, потому что так как я размахнулся, нам не хватит никакой доски. Поэтому сейчас я перейду, рядом нарисую скромную уже таблицу. Здесь осталась тетрадь, здесь линейка, здесь карандаш. Теперь тетрадь, карандаш, линейка. Ну, я думаю, еще одну строчку сюда нужно написать. Значит, это что? Ой, нет, не так. Карандаш над линейкой. Карандаш над линейкой. И сейчас у меня карандаш будет сдвинуться на тетрадь. Карандаш, тетрадь, здесь осталась линейка. Сделано не так много операций, но ничего не поделаешь. Давайте продолжим таблицу. Значит, огромная просьба быстро самим делать то же самое в тетради. Значит, итак, карандаш, тетрадь, линейка, линейка может передвинуться дальше. Карандаш, тетрадь, здесь линейка. Карандаш передвигается. Тетрадь, карандаш, линейка. Карандаш дальше передвигается. Тетрадь, карандаш, линейка. Заметьте, впервые тетрадка передвинулась. Тетрадь, карандаш, линейка. Возвращается назад у нас карандаш. Карандаш идет еще дальше. Теперь может сдвинуться у нас линейка. Карандаш, линейка, тетрадь. Так, осталось совсем чуть-чуть, ребят. Осталось совсем чуть-чуть. А именно, у меня только что сдвинулась линейка, теперь карандаш нужно. КЛТ. Смотрите, что произошло. Из крайней левой позиции перешли в середину. На самом деле, я думал, что это середина работы. Поэтому я обещал, что все думают, что так оно и будет. Значит, итак, карандаш двигается дальше направо. Линейка, тетрадь. Теперь у меня линейка может сдвинуться. Теперь может сдвинуться карандаш. Карандаш может сдвинуться еще дальше. О! Очень важный момент. Тетрадь оказалась на своем месте. Хорошо. Теперь может в поход отправиться карандаш. Линейка, карандаш, тетрадь. Линейка, карандаш, тетрадь. Линейка, карандаш, тетрадь. Господа, видно, что уже дело завершение. Так, карандаш двинулся, теперь карандаш еще сюда сдвигается.
линейка, тетрадь. Замечательно. У меня, правда, еще потребуется чуть-чуть, но именно совсем чуть-чуть. У меня карандаш двигается вот сюда, и теперь он двигается сюда. Все. Больше чего-нибудь. Давайте я теперь занумерую позиции. Первое. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Огромная просьба у себя в тетради, помню, это сделать. Пожалуйста, успевайте, чтобы все таблички. Нет, действий не 27. Действий не 27. Это позиции, которые у нас есть 27. 26. Между, конечно, 26. Когда у вас вдоль прямой расположено 27 точек, то промежутков между ними, 26. Таким образом, если у нас имеются, кстати, заметьте, я знал, что вообще так не придет в эфире, поскольку операций довольно много, если у нас предметов будет 4, если все-таки добавить к тому, что у нас есть, еще и книжку учебника, то совершенно понятно, что процедура станет гораздо дольше. Вот, господа, первая задача сегодняшнего нашего занятия. Скажите, не выписывая таблицу. Понятно, что если вы захотите, можно всю таблицу точно так же выписать, но не выписывая таблицу. Скажите, пожалуйста, сколько потребуется операций, если 4 предмета? То есть, сколько на самом деле раз он перед нами пробежался? Ведь он 4 предмета переложил. Вот они лежат. Карандаш, линейка, тетрадь, книжка. Он это сделал. Вопрос, сколько было действий? На самом деле, он не ошибался, поэтому действительно ровно столько. Кто может посчитать? Да? 36. Ответ неверный. Говори. 27. Во-первых, 27, он бы так назвал. 27 только 3. Вот. 26 действий для 3. Так, ребят, я боюсь, что некоторые ничего еще не поняли. Поэтому давайте заново, медленно буду показывать. Если предмет один, понимаете, один карандаш, то мы его переносим, тратиной ровно 2 метра. Давайте я здесь в стороночке напишу следующую вещь. Значит, n – это количество предметов. Один предмет, две операции. Дальше. Если у нас два предмета, карандаш и линейка, неправда, 4, следите, пожалуйста. Вам тогда казалось, что он просто так перед вами бегает? Следите. Один. Пусть один что ли? Молодец. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Значит, когда два предмета, то очевидно восемь операций.
Три предмета. Мы с вами уже посчитали. Сколько операций? 26. 27 разных позиций, то есть включая начальник. Но 26 операций должно хватать характера остановить запись и самим решить задачу. Вот сейчас задача. Сколько операций? Вот остановите, решите сами, найдите свой ответ и только потом нас смотрите. Если вы будете подглядывать в ответ, что называется, ничего хорошего не будет. Сколько было операций? Подсказка. Вы не обязаны каждый раз таскать в ответ. Вы уже знаете, что на то, чтобы перенести отсюда сюда, требуется 8 операций. Понимаете? Этим можно пользоваться. Не обязательно каждый раз это проводить. Да-да-да, говори. Переписывать лишь до конца. Вопрос не в том, до чего переписывать, вопрос в том, сколько потребуется операций. Какое будет число в этой таблице, когда 4 предмета, то сколько? 80. 80, молодец. Почему? 80. Ответ верен. Скажите, как вы до него додумались? Чего вы стесняетесь? Просто из-за одного предмета его притащить легко. За две операции, да. А вот когда речь идет о третьем предмете, нужно все предметы притаскивать назад, то притаскивать опять туда. Да-да-да-да-да-да. Получается, что один предмет легко. Легко, сложно, не для этого мы здесь собрались. Мы собрались не для того, чтобы обсуждать, что легко, что сложно. Ребят, мы собрались для того, чтобы понять, как, зная число, кто там, как, зная число 26, как получить следующее число. Значит, у нас есть 4 предмет. Перетащить 3. Давайте я про 3 тоже скажу. Есть тебе карандаш. Ребята, вы очень плохо сейчас хотите. Вот я тем, кто сейчас специально ударил эти самые. Повторяю, вы делаете плохо другим людям. Вот, извините, сегодня проходит там съезд партии жилых кулаков, да? Вот понимаете, вот те, кто там сидят, они тоже так же, как вы сейчас, думаете, входят в историю. Ребята, войти в историю можно по-разному. Можно войти в историю тем, какую научную проблему ты решил, тем, что ты хорошего сделал. А можно войти в историю так, как вы сейчас пытались, не по делу хлопнув стулом. Да, звук от вас действительно пойдет. Только что от вас? Знаете, все будут помнить, что это было от вас. Берем 2. И за 8 операций перетаскиваем эти 2 предмета. 8 операций. Берем один предмет. Делаем одну операцию. Уже 10. Дальше за 8 операций перетаскиваем вот это сюда. Уже сколько стало? 17. Делаем 18-ю операцию.
день после этого еще 8 операций по перетаскиванию двух предметов. Давайте я напишу на доску эту форму. Значит, итак, 8 операций, когда два предмета из крайнего положения в другое. Одна операция по перетаскиванию тетрадки в центр. 8 операций, одна операция и еще 8. Если вы сложите, так, сколько это будет? 26. Неужели же мы с вами не можем то же самое сделать для четырех предметов? Вот они, наши четыре предмета. Добавилась книжка. Берем сначала первые три. Значит, прием рассуждения, которым мы сейчас пользуемся, называется математическая индукция. Чтобы решить задачу для четырех предметов, мы решаем ее сначала для трех, и потом переходим к четырех. Точно так же, чтобы решить ее для пяти предметов, мы сначала ее решим для четырех, потом перейдем к пяти и так далее. Итак, берем три предмета. И за 26 операций перетаскиваем их вот сюда. Пишу. 26. Книжку кладу в центр. Эти три предмета перетаскиваю сюда. Книжку. Что? Перекладываю. И, наконец, эти три предмета. Что? Получается ответ. Я все делаю. Я, начав с числа 26, получил число 80. 26 плюс 1 плюс 26 плюс 1 плюс 26. Получается число 80. Да что же? Абсолютно верно. Предыдущее число умножается на 3 и добавляется 2. И так здесь, и так здесь. Поэтому я могу легко заполнять табличку дальше. 80. Здесь умножаю на 3. 240 прибавляю 2. Получается 242. Следующий шаг. Умножаю на 3. Получается сколько? Сколько? 2. Сколько? Да. 300. Неверно. 242 умножить на 3. 726. 726. И прибавляю 2. 728. Отлично. Ну, господа, вот давайте вот это число обозначим F1 в знак того, что F от N – это количество операций, необходимых в нашей игре для того, чтобы N предметов перевести из одного крайнего положения в другое. То есть быстро записываем формулу. Во-первых, вот девушка сказала правильно абсолютно. Рекуррентная формула. Пожалуйста, все, если вы хотите, пишите. Рекуррентная формула в игре, которую мы сейчас разбираем. Каждое следующее число получается умножением предыдущего на тройку и прибавлением в двойке. Значит, доказательство этого очень простое. Я его давайте напомню. Доказательство было такое. Сначала n предметов перекладываешь отсюда сюда, потом самый большой сдвигаешь, потом n предметов перекладываешь назад,
Потом самый большой сдвигаешь из этого положения. Ну и, наконец, перекладываешь N предметов. Вот. Замечательно. Но кроме этой рекуррентной формы у нас еще есть явная, которая выражает число f от n прямо через число n. Кто-нибудь, разглядывая вот эти числа 2, 8, 26, 80, 242, 728, догадался, какая явная форма? Значит, разница между рекуррентной и явной вот какая. Current текущий. Ре возвращаться. Рекуррентная – это то, что дает нынешнее значение через предыдущее. То есть, чтобы посчитать значение для семерки, мы должны взять вот это число для шестерки, умножить на 3, прибавить 2. То есть, чтобы посчитать значение, скажем, для десятки, нужно будет посчитать все предыдущие. А явная форма – это когда вы сразу говорите ответ. Не вычисляя все предыдущие значения, а сразу. Кто-нибудь видит закономерность в числах? 2, 8, 26, 80. Не знаете такой посыл? Как говорит? Там начисляли, идет, там разница увеличивается. Не то, да? Явная формула. Как выразить f от n через n? Что это за числа? 2, 8, 26, 80, 242, 728. Да? Четные, замечательно, но этого недостаточно. Да? Явная формула. Они увеличиваются. Тоже хорошо, но тоже недостаточно. Ребята, мне нужна четкая формула. Не то, что это большие числа, а какой-то четкий ответ. Хорошо. Мне нужна явная формула. Понимаете? Что надо сделать с числом n, чтобы получить из, скажем, четверки число 80? Умножить на 20. А как 20 получить? Да? Не то. Явная формула. 4 умножить на 5 тоже нет. А для 6728 как получается? Что? Неужели мы просто с числами никогда не играем? Может, можно? Да. Может, им просто количество позиций показать? Это легче. Это нет. Показать не могу. Нет, просто, просто рядом с тобой. Тут же какая проблема? Ответ я сказать могу.
Я боюсь, что его не поймут. Просто последовательность колеса. Лучше, когда люди сами догадаются. Понимаете? Да. Понял. Придется воспользоваться советом, который мне только что дали, и обсудить количество позиций. Господа, на самом деле я не зря писал таблички. Я воспользовался тем, что есть роскошная доска, и выписал все положения для трех предметов. Их 27 штук. Скажите, пожалуйста, существует ли способ три предмета, а именно карандаш, тетрадь и ручку, распределить по трем позициям? Позиция у нас такие: левое место, среднее и правое. Таким образом, что получится что-то, чего еще нет на рисунке. То есть все возможные положения мы с вами написали или нет? Как вы считаете? Выйдите и укажите то, что мы не написали. Пожалуйста, на доске. Не надо поднимать руку. Если тебя уже вызвали к доске, можно выйти. А, уже не скатилось. Конечно, одно дело поднимать руку, тянуть. Другое дело что-то сделать. Жалко. Тянуть рукой, в школе все умеют. Или у меня вызвали себя. А что хочешь сказать? Нечего не сказать. Покажите позицию, которая в таблице есть, а наоборот, в таблице нет, а в жизни есть. Бывает такая? Да? Итак. Смотрите, карандаш может располагаться или здесь, или здесь, или здесь. Это в точности три варианта. Линейка. Тоже три варианта. Тетрадь. Тоже три варианта. А теперь смотрите, в комбинаторике есть такое правило. Если для одного предмета столько-то вариантов, для другого столько-то, то для них обоих, правило произведения, нужно умножать одно число на другое. И правило комбинаторики. В комбинаторике есть очень простой правило. Если некоторую операцию можно сделать тремя способами. Другую тоже. В данном случае карандаш положить на одну сторону. Тетрадь тоже тремя способами. Линейку тоже тремя способами. То ответ трижды, трижды, три. 27. В этой таблице длинной все возможные расположения карандаша, линейки, тетради. Все возможные расположения. А теперь вопрос.
когда мы добавляем четвертый предмет, когда мы добавляем учебник, то сколько для него мест? Тоже 3. Значит, что произойдет с числом 27? Умножится на 3. Без плюс 2. Плюс 2. Это ничего. Плюс 2. Нет, ничего не будет. Что? Минус 1. И никаких минус 1. Вы просто сейчас не смотрите. Чем еще подлость вот этих вот товарищей, которые пришли сюда стулья гремить? В том, что они полностью другим не дают работать. Понимаете, вот один вот такой вот сидит, да, вот так вот, а внимание потерялось у всех. И в результате занятия, к сожалению, то есть вы же запоминаете, что называется, громкие звуки, да? У меня на летней школе была очень замечательная история. Приехали туда два друга, которые ко мне весь год ходили на малый мехмат, точнее, на ЦНМО. Два замечательных мальчика. И привезли с собой третьего, что называется, за компанию, друга взяли. Их родители там как-то дружат, замечательно. Маленькая проблема, этот самый третий совсем не хотел учиться. Результат. Летняя школа была сорвана для всех троих. Потому что этот самый друг, мы даже вынуждены были там отчислить с летней школы. Понимаете, потому что друг, он как бы и так не учился, но он никогда не учится. Вот. А эти двое не учились, потому что они все время разговаривали с этим другом, и он все время, значит, трижды думайте, прежде чем на малый мехмат брать с собой друзей, подружек и так далее. Практически всегда история выглядит так. Ходит человек на малый мехмат, учится, потом у него возникает мысль, ух ты, как же здесь здорово, как же здесь у меня все хорошо, приведу-ка я здесь своих друзей. Берет из школы, приводит сюда друзей. И на следующем занятии уже нет ни его, ни друзей. Потому что друзьям как надо было вино пить, так они и пьют. Вот. А он сюда ходил, учился, а потом, что называется, они его перевоспитали, ввели. Трижды подумайте, прежде чем сюда приходить с подружкой. Потому что подружки, скорее всего, эта ваша математика совсем не нужна, вот, а испортит она жизнь и вам тоже. Так вот, дорогие мои, f от n это 3 степени n минус 1. 3 степени n минус 1. То есть, если бы мы здесь каждому из этих чисел добавили по единице, то у нас возникли бы такие числа. Тройка. Девятка, 27, 81, 243, 729. Эти числа замечательны тем, что каждое из них в 3 раза больше предыдущих. Разумеется, я сейчас легко вам проведу выкладку, которая доказывает, что действительно f от n определяется вот этой формулой. Выкладка такая. Смотрите. F от n плюс 1. Это я сначала переписываю эту верхнюю формулу. Это 3 f от n плюс 2. Дальше смотрите. Вместо f от n я пишу вот это. Пожалуйста, обратно пишите себе в тетрадь все эти формулы. Вот. Это называется индукционный переход. Это 3 в степени плюс 1 минус 1. То есть это индукционный переход. Если формула была верна для n, то такая же формула
верна и для n плюс 1. Сейчас нужно сказать следующее. Кроме игры, которую я вам только что рассказал, есть другой вариант той же самой задачи. Когда не накладывается условие, что можно класть только на соседей. То есть, когда разрешен перенос с любого штыря на любую, по-прежнему нельзя класть большой на маленький, но с крайнего левого положения положить на крайний правый можно. Оказывается, в этой задаче тоже совершенно замечательный ответ. И я хочу, чтобы мы с вами этот ответ получили. Значит, повторяю ситуацию. Сейчас, кто у нас бегает? Давай, ходи. Второй раз. Сейчас нужно сделать следующее. Взять те же самые примеры. Только ты не обязан теперь каждый раз переходить. Понятно? Задача та же самая. Чтобы они все четыре оказались бы... А можно накладывать? Маленький на большой можно, как раньше. А большой на маленький нельзя. Все, побежал. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Давай. Девять. Нельзя. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Давай дальше, да. 13. Так, летел прям даже, да? 13. 14. А 4? Да, 4. 15. 16. 17. 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, нормально, 25. Так, ребят, давайте, например, его пожалеем. Дело в том, что если у него оказались все, они живут здесь. Если честно, ровно так же могли все оказаться и здесь. То, что ему надо было, ну понятно, когда он использовал это, использовал это, не наоборот. В общем так, 25 операций. Заметьте, в чем разница того, что сейчас он делал, от того, что он делал раньше. В том, что раньше у него вариантов не было. Раньше он вынужден был делать оптимальным образом, по той простой причине, что... Каждый раз у него была единственная возможность передвинуть предмет. А как только возникли варианты, так он, естественно, сразу запутался. Ну, любой другой человек так же запутался. На самом деле можно гораздо быстрее. Задача. За какое наименьшее количество операций можно 4 предмета перевести из крайнего одного положения в крайнее другое? Подсказка. Опять применять метод индукции. То есть не надо сразу брать 4 предмета. Решите вы сначала задачу для одного, двух, трех. Давайте составим табличку такую же, как вот так вот. N количество предметов. А здесь обозначим G. Это количество операций. Минимальное количество операций, необходимое для перетаскивания N предметов. Хорошо.
нас n предметов. G от n наименьшее количество операций, за которые эти n предметов можно переложить из одного крайнего положения в другое. Надо заполнить таблицу. Для одного предмета сколько операций? Одна операция. Одна. Если у нас один предмет, то сейчас мы его можем просто переложить за один раз. Потому что мы сняли вот это условие. Раньше мы должны были сделать два шага. А сейчас условие это сняли. Сейчас одна операция. Говори. Извини, а тебя просили заполнить таблицу. Заполнить таблицу, значит, продиктовать вот эти числа. Да? За два, чтобы приложить два предмета, надо потребоваться. Да, потребуется три операции. Давайте это обсудим. Два предмета. Линейка и карандаш. Получается 9. Опять не верю. Так, я сейчас про 2 не объясню. Вот у нас есть два предмета. Перекладываю за одну операцию. Делаю вторую операцию. И третью. Делаю третью. Да, пожалуйста. Для трех 11 операций. Не верю. Тем более не верю. Сделайте это, возьмите эти предметы в руки. Возьмите, сделайте. Чего вы ждете? Да, пожалуйста. 7 операций. Ответ верен. Объяснить можете? Пожалуйста. Вот вам три предмета. Тетрадка. На середину там же. Один переложила. Дальше. Два. Три. Четыре. Нельзя. Там же будет больше операций. 5, 6, 7. Единственная, секунду, единственная проблема. У нее они все оказались в центре, а надо было там. Сможем мы сейчас за 7 операций все-таки сделать, чтобы они все оказались в центре? Раз.
два. Три. Все, уже не получилось. Давай. Крайнего правого.
И после этого, да, заметьте, у нас при этом все остальные предметы лежат в центре. То есть операция, вот эта одна операция, она выглядит так. Самый большой предмет здесь, все меньшего размера собрались в центре со жертвой операции. После этого самый большой предмет, значит, перелетает часы. И дальше эти предметов мы сюда перекладываем. Смотрите, рекуррентная формула получилась абсолютно понятна. Теперь вопрос, есть или нет явно? Да, прошу вас. Это правда. Это правда. То есть здесь было 3, здесь 2. Замечательно. И может быть вы знаете, может быть вы знаете столбец, который здесь будет играть роль, которую здесь играли лишние дни. Помните, мы здесь выписывали степени тройки. Что здесь нужно выписать? Какие числа? Вот что будет, если к всем этим числам прибавишь по единичке? Как туда? Они станут четными. Они станут четными. А просто их продиктовать нельзя? Можно. 16, 32, 64, 128, 256. Очень хорошо. А здесь? 8. А здесь? 4. 4, 2. Как называются числа? 2, 4, 8, да? Эти числа называются числа степени двойки. Правильно. Это называется n-ная степень двойки. Значит, господа, я сейчас должен написать немножко замечательную формулу. Явная формула для вычисления количества операций. 2 в степени n минус 1. Разумеется, я сейчас вам ее докажу. Ровно так же, как я доказывал вот это. Что именно я сейчас сделаю? Пожалуйста, перепишите, пожалуйста, формулу. Сравните и увидите, что это на самом деле одно и то же. Просто вместо числа 3 сейчас у меня везде написано число 2. Следующая операция единственным образом определена, никуда не денешься. А вот когда можно перекладывать не только на соседние колышки, то возникают варианты. Вот стая птиц летела. Половина ее села на первом пузыре. И еще половина птицы там тоже села. Остальные полетели дальше. Так происходило каждый раз.
Наконец, когда на последнем позе села половина всех прилетевших птиц и еще половина птицы, то выяснилось, что все птицы благополучно сели на эти самые озера. Скажите, пожалуйста, сколько птиц летело? Это классическая задача. Она давным-давно-давно известна. Давайте я ее прочитаю. 128-я задача, 1000-1000. Над озерами летели гуси. На каждом озере садилась половина гусей и еще полгуся. Остальные летели дальше. Все сели на 7 озерах. Сколько было гусей? Так, может быть, кто-нибудь просто знает? Задача очень известная. Очень известная, мы решали математическую проблему. Ну, может, вы ее решали, ответ. Можете выйти показать ответ? Не да, пожалуйста. Я решала. Выходи, покажи. Я не случайно дал ему на эту задачу. Дело в том, что ответ у нее очень связан с тем, чем мы сегодня занимаемся. Ответ какой у вас? Хорошо. Сколько гусей подлетало к последнему озеру? 120. Нет, к последнему, это к самому левому. Сколько гусей, нет, иначе показывать. Сколько гусей подлетало вот сюда, и сколько гусей село на это озеро? Это здесь самое главное. Если вы ответите на этот вопрос, то все будет сделано. Так, ну все-таки, наверное, надо сделать еще одну единицу. Дальше, садитесь. Главное нам садитесь. Главное нам показали ответ. На последнем озере сел один гусь. Каким образом это получается? Один гусь летел, половина его, и еще половина гуся. Да, выходи, выходи. Выходи над предыдущей стрелкой. И сколько село на предыдущее озеро. Давайте быстро запомним все. Так, ребята, постарайтесь больше у меня не падать на этой штуке. Так, первое, это слева. Так, давай выходим. Да, да, можно. Так, не то. Садись, пожалуйста. Слава Богу, вспомнила. Ребята, у нас сейчас правда нет времени на подобное избирательное решение. Когда-нибудь мы с вами это обязательно сделаем. Пожалуйста, перепишите себе эти числа и подумайте. Как ни странно, числа те самые, которые у нас сегодня обозначались ЖН. Над стрелочкой. Над стрелочкой. Я понимаю, можно еще и еще озеро, но числа на...